Всем привет, у микрофона Вася, у нас это первая серия ТРЗ, трамвайно ремонтного завода. И сегодня у нас будет ремонт ЛВС-86К, который после последних съемок разорвался на части. Сейчас я вам покажу его, так сказать, собрата и секундочку. Из-за того, что у него сделана очень хорошая сцепка, и она вот уже теперь больше не вылетает. Ну и у него еще задняя дверь вот эта вот, она от вот этого вот трамвайчика. Ну, у нас только вот есть минус, у него тележка отваливается, но это что? Ну, это нормально. Кстати, до Реала дожила только вот эта тележка, вот эта стоковая тележка, вот эти уже заменены. В общем, вот так выглядит. Есть пантограф от КТМ-5, ой, от КТМ-8. Только тележка отпадывает, но я ее потом приклею. Но у нас сегодня будет ну, вот этот трамвай. Что надо для него сделать? Сейчас я вам покажу. Нам нужен лист бумаги. Лист бумаги. И вот. И нам надо нарисовать нет, две вот таких вот детали. И еще вот так вот. Сейчас надо их вырезать. Сейчас вот камера. Вот, смотрите. И делаем вот тут вот дырку. Мы берем наш трамвай. Вот саму секцию. И, в общем, сейчас я вам сделаю и вам покажу. И после того, как мы уже приклеили это, делаем следующую новость. Да не новость, а следующую часть. Ну и теперь в Бумагогорске у нас есть два исправных трамвая ЛВС-86. Но нет, осталось нашему вот этому сделать пантограф. Ну вот это одна фигулька, это как-то не очень, это даже не пантограф. Потому что у него был пантограф, но благополучно он потерялся, либо отвалился, я уже и не помню. Сейчас будем искать пантограф и приделывать. Снял с ЛМ-68М и, ну, в принципе, из-за того, что это более старая модель, он еще с круглыми фарами, у него может быть вот такой вот пантограф старого типа. Ну, а сейчас мы будем заниматься переделкой трамвая КТМ-5, потому что в таком состоянии его нельзя выпускать. Ну, поехали. И начинаем мы с подклейки, потому что... Ну, как мы видим, у него все прям все. У него, в общем, отклеено вот тут. И когда вот так что погнали делать, а еще надо низ еще подклеить, да. Но он долго уже где-то лежал. Я что-то вообще им не занимался. У него, короче, уже дофига всяких нештатных ситуаций. Ну, давайте делать. И вот так вот выглядит. Осталось мы найти под пантограф, но вот он может вот с таким пантографом погонять. Это у нас пантограф от ED2T. Ну, ничего страшного, и так поедет. И к нам уже может ехать доделанный и переделанный КТМ-5. Еще одна моделька, которую мы сделали. Пошлите еще искать моделей. Я ходил, и почему-то по маршруту пустили вот такую вот разобранную МТТА. Вот от нее полупантограф. Напишите в комментах. Мне кажется, все ненавидят полупантографа. Я его чуть-чуть под корнишочек отрезал. Ну, в общем, да. Сейчас подклею и вам все покажу. И Татру мы тоже сделали в копилочку. Ну, нет, чуть-чуть неровно, но нормально. И у нас уже за сегодня сделано 3 трамвая. Потому что вот этот, это у нас был на поддержку своего братика. Ну, погнали дальше делать. Да, погнали. Ребятки, я нашел стоковый коллектор от нашего ЛВС-ыча. Нашел вот такой вот редкий экземпляр. Потому что тут собраны все трамваи, которые у меня вообще есть. Это у нас перед от уже списанного такого же двери, вот эти плавки от КТМ-5, вот эти детали
Это от КТМ-19. Жопа полностью от КТМ-19, извиняюсь, конечно. Вот эта часть от вот этого же. Вот это тоже оттуда. От КТМ-19, КТМ-19. У него нету пантографа, но пантограф можно куда-нибудь вот такого вот закрепить. Пофиг, никто и не заметит. Ладно, погнали делать. Но еще на сегодня последний. Трамвай — это вот такая вот Хотта. Гота из Крыма. Гота из Крыма. У него же тележка отпала. Гота из села Молочного. Увидел в... Вот такой вот. Хотта. Увидеть на просторах ВК увидел. Ну и вот. Решил себе сделать. Да. Вот сейчас буду делать и показывать. И вот у нас оригинальная тележка. Кстати, Гота на две. И может использоваться на некоторых маршрутах, ну или типа того. Сейчас будем переделать тележку и уже прощаться. Хотта 57Т или Т57 готова. Кстати, прикольно то, что у нее синий пантограф. В общем, а на этом я буду заканчивать. С вами был я, Вася. Всем покедова, ребятки.